Здравствуйте, вы на канале Издавая Яр. Меня зовут Реми, и сегодня это сериал «Призраки в доме». Сегодня я буду вести этот сериал, и вы увидите его. Итак, начинаем. Мне позвонили. Я один раз упала в какое-то странное место, и у него было забор. Я сначала ничего не поняла, но потом мне позвонили по телефону. Это был какой-то неизвестный номер, и вдруг включился какой-то фонарь. Я решила подойти к нему ближе и увидела, что это обычный фонарь, и это просто тыква. Ребята, извините за голос, я приболела. Извините, что такой голос. Я решила постучаться. Мне было так страшно, но эта дверь просто сломалась. Я зашла. Я думала, что все обойдется, но нет. Там была надпись. Если ты наступишь на какую-то из этих штук, а если она откроется, тогда ты упадешь и больше никогда не выберешься. О, нет, что мне делать? Ладно, я наступила сначала на эту, потом на эту, потом на эту, и вдруг я упала. Мамочки, и что мне теперь делать-то? Ох, вроде вылезла. Вдруг я услышала, что там кто-то стучится. Но дверь была приоткрыта. Я зашла и увидела девочку, которая плачет. Помоги мне, пожалуйста. Что случилось? Где твои родители? Мой папа там, но он хочет достать кошечку. Мы сюда пришли, мы собирали грибы и вдруг сюда пришли. Мы не знаем, что делать. А я хотела помыть кошечку, но кошечку куда-то делать. Теперь нам надо спасти ее. Помоги спасти папе, пожалуйста, кошечку. Хорошо. А где твой папа? Он там. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы делаете? Что вы сейчас делаете? Я достаю кошечку. Помоги мне, девочка, пожалуйста. Хорошо. Вроде досталось. Почему печка открыта? Не знаю. Но меня это очень страшно. Мы с дочкой моей ходили за грибами. И вдруг услышали это мяуканье и решили спасти кошечку. Ах, это какой-то странный дом. Я не знаю. Мне кажется, кто-то живет. Смотрите. Это очень странно. Смотрите. О, нет. Смотрите, это какой-то шкаф. Давайте осмотрим его. Вроде он пустой. Ух, надеюсь, что больше ничего не будет. А, мамочки, что это такое? Мне кажется, это дом с привидениями. Я не знаю точно, но мне кажется так. Доча, ты где? Быстрее, давайте найдем вашу дочку. Мама! Где моя мама? В смысле? У тебя же нету мамы. Вот котик. Спасибо, папа. Вдруг. Ой, что это такое? Что за звуки? Эмбер, все в порядке. Это просто...